Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео очередные покупки и подготовка к Новому году. Тут что-то на стол, что-то заказали у нас друзья, мы по пути купили. И, конечно же, наряды на корпоратив, как без них никак. Поэтому давайте начинать. Итак, заказ друзей. Восточная сказка, магазин, там, где мы вчера покупали орешки. Это хурма. Я попробовала первый раз такую вот вяленую сушеную. Она не прям жесткая. Я бы не сказала, что она сушеная. Я бы сказала, что она такая вяленосушеная. Две упаковки по полкило. Они заказывали килограмм. Вот упаковочки по полкило. Я попробовала. Мне дали одну попробовать. Ну, не с этой упаковки, конечно, а у них есть открытая. Они дают пробовать. Я попробовала вкусненько. Сладенько. Не сказала, чтобы супер сладко. Ну, сладенько, вкусненько. Такой, как сухофруктик, пожевать можно вместо чипсов. Это заказ друзей. Они у нас приедут и заберут. Так, я набрала себе рыбки. Заходили в Рыбный Север. Это у нас очень вкусный магазин в городе Ухта. Свежая рыбка. Хорошего качества. Мы много раз уже там покупали. Я взяла треску в маринаде. С лимончиком и перчиком. Очень вкусненько. В духовочку я ее перекладываю в фольгу на 20-25 минуток в духовке. И вкуснятина. Взяла вот такой стейк. Также взяла я семгу в маринаде. Это уже такой прям обиход. Постоянно такой с мужем берем. Вот такие стейки. Больших не было. Взяла маленький. Ну и да ладно, маленький еще лучше, потому что вот тут меньше жирка, вот эти места, где большие, они прям жирненькие. Тут побольше мяска, чем жира, поэтому вкуснятинка. И взяла еще вот такой стейк семги, уже поболее, потолще. Это я буду солить. Это нам на бутербродики на Новый год. Вкуснятина, это я буду солить. Вот, такая вкусняшка. Также я взяла икру горбуши. Очень вкусная, сухая икра и не сильно соленая. Просто обалденская. Взяли маленькую 200 грамм. Вот, вкусняшка. Еще я взяла горбушу свежемороженую, также в маринаде, в специях. Мне очень нравится. Вкусно. Мужу тоже понравилось, поэтому я беру. Еще я взяла скумбрию свежемороженую в маринаде. Очень вкусно, ну прям обалденная рыбка, она очищена в маринаде. Также перекидываю фольгу и готовлю. Прям обалденная рыба получается. Муж у меня вообще не любитель рыбы, но я его приучила к рыбке. Как только начали вместе жить, все, я его приучила к рыбке. Поэтому он мне ест треску, ест семушку, ест горбушу, ест скумбрию. Камбала ему очень понравилась, поэтому приучила к рыбке. Ну, икра сама собой, это в тарталеточке. Так, друзья, у нас заказали тоже в Бухте стейки с семгой. 4 штуки. Вот таких мы взяли. Выбирали покрупнее. Ребята приедут, все заберут. В маринаде очень вкусно. Семга нам очень нравится. Заказали они у нас 3 штучки. Все, там чек. Это заказ ребят. Все по пути, все по пути. Забежали в мир сладостей, взяли вот такой пирог попробовать. Как мне объяснили, я не помню название, как мне объяснили, это вареное такое тесто слоями тоненькое и с сыром. Я не помню, как называется, вернее, даже не знаю. Ну, сказали, прям очень вкусно, мы его взяли кусочек попробовать. Сказали, как вареное тесто такое слоями и сырок. Вот. Но выглядит аппетитно. Взяла красный бархат. Очень вкусно у них красный бархат. И муж захотел трубочки со сгущенкой. 4 штучки. Еще забежали мы с ним в белорусский магазин. Купили вот такую колбаску La Parma. Обалденная вкусная колбаска. Прям я вообще не любитель таких солями еще что-то. Но мне она очень понравилась. Она реально очень вкусная. Ее там нахваливают, люди разбирают. И мы уже брали такую, пробовали. Поэтому я решила взять на Новый год. Очень вкусненько. Еще нам посоветовали взять сервелат белорусский. Вкусный называется, с телятиной. Ну, муж у меня любитель телятины, баранины.
Поэтому взяли. Я думаю, гостям тоже понравится. Сделаю красивую нарезочку из нее. Тоже на стол. Ну и, конечно, муж взял полендвица от дедушки. Это свинина сыровялина. По-русски говоря, балык. Такой мы тоже брали. Мужу понравилось. Он очень вкусный, с перчиком. Очень вкусный, даже мне понравилось. Ну, как бы муж мне такое кушает. На стол порежем, я думаю, гости тоже оценят. Так, конечно, я взяла говядину, вырезка, где поменьше жил. Это пойдет на мясной салатик, мяско говядина. И взяла свининку, чуть-чуть пожирнее. Тоже мяско без кости, лопатку вроде бы взяла. Чуть-чуть пожирнее, это уже будет в горшочке, буду тушить. С картошечкой, с овощами буду тушить в духовке в горшочках. Нашим друзьям мы решили с мужем сделать подарок новогодний, когда приедут. Вот такой новогодний подарочек с ленточкой упакованный. И там уже сам, ой, подарунек. Вот, на Новый год поздравим наших ребят. Так, в магазине стильная линия, или как это так называется? А, стиль. Мужской стиль. А муж взял отцу своему, моему свекру, вот такой свитерочек. Бархатно-синего цвета. Такой насыщенный голубой, хотел сказать, синий. 52-54 размер. Муж померил, ему хорошо. Но они одинаковые примерно, муж только повыше. Вот такой свитерочек. Тут 70% шерсть и 30% акрил. Поэтому он не кусается. Вот такая интересная вязка у него. На камеру серый и голубой. В жизни глубокий синий цвет. Камера почему-то не передает оттенок. В общем, такой симпатичный свитерочек на Новый год. Так, я себе взяла брюки свежие, новые. Свежие брючки себе взяла. Они такие темно-темно-темно-синие. Вот с таким принтом. Можно сказать, даже черные, а вот стежка такая идет синяя, темно-синяя, поэтому они черными не смотрятся. Со стрелочками к низу заужены. Достаточно высокая талия по пупочек, хотя по молнии не скажешь, да? По пупочек где-то. Карманы хулиганы. Они, эти брюки очень стройнят. Спереди идут, как обычная классика. Сзади идут вот такие кармашки. Ну, надо их расшивать. Один такой кармашек. Сзади еще резиночка. Есть место для ремня. Ну, такие симпатичные, я бы сказала. Мне они очень понравились. Я только померила. Мне дали целую кучу брюк. Я их только померила, и они мне сразу хорошо сели. Я больше мерить ничего не стала, поэтому я их взяла. Вот такие со стрелочкой. Плотные. Они очень плотные. Так что новые брючки. На работу бегать. Самое то. Красота красотищная. Мне нравятся карманы хулиганы. Их надо расшить. Все. Такие брючки. Себя любимую тоже не обделила. Вот такое платьишко у меня будет на корпоратив. Верх такой плотненький, как жилеточка. Принт гусиная лапка. И вот тут идет шифон. Очень красивые свободные рукава. Вот с такими манжетами. С пуговками. Очень красивый струящийся шифон. Очень мне понравилось. И низ. Вот это все гуляет. Хотите поглубже вырез, хотите вообще... Ой-ой-ой, неудобно. Как монашка там, как хотите. Вот так можно. Хотя вот так, кстати, тоже очень симпатично смотрится. Мне понравилось. Ну, я буду вот так где-то носить. А, грудь хорошо подчеркивает, так как тут вот такая строчка идет. Она визуально уменьшает грудь. Так как я девочка крупненькая, мне хорошо. Она смотрится как жилеточка. И тут тоже идет несколько слоев шифона. Один слой, потом идет подлиннее такой воланами шифон. И еще подъюбник еще идет, чтобы вообще не просвечивало. Получается длина где-то по колено. Очень симпатично смотрится. Цвет, как вы видите, черно-белое платье. Ну, так как год черного водяного кролика, черные, все оттенки синего-голубого, они подходят. Поэтому вот такое
симпатичное новое платьишко мне будет на корпоративчик. Села идеально. Все то же самое и сзади. Да, она идет как жилеточка, но красиво смотрится, очень красиво. Я долго выбирала всякие разные футляры, не футляры. Решила взять и голубые, и зеленые мерила. Решила взять именно вот такое, потому что я его могу потом на повседневку носить. Ну и потом весной, почему бы нет, пока прохладно, потому что вот тут плотная ткань. Очень даже ничего, мне понравилось. Такой силуэт подчеркивает грудь, уменьшает визуально, подчеркивает талию. И вот тут свободненько на бедрышках. Вот, очень красивая. Так что на этом, девочки, видео я свое заканчиваю. Это еще не все, надо еще ананасик найти. Не могу найти в городе ананас. Может, какие-то ягодки, виноград обязательно, потому что вот с таким мяском вкусно именно виноградик. Поэтому... На этом все, девочки. Буду заканчивать свое видео. Если понравилось, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Давайте дружить, давайте общаться. Всех с наступающим, всем спасибо. Пока-пока.